люблю предупреждать угасание и увядание. Вот сейчас домашний озонатор реанимирует состояние цветов. Они приехали из Краснодара целые сутки в машине. И посмотри, какая остается свежесть. Я просто их озонирую. Сюда можно добавить сахарку, вместе с сахарком прозонировать, чтобы был раствор. И в любом случае это сохраняет надолго вот такую свежесть цветов, которые путешествуют долго. Также можно реанимировать пиалы для гудотерапевта, услышьте меня. Также мы можем помогать озонировать продукты питания сейчас. Для осени очень важно, зелень еще много едим. Поэтому можно также озонировать и свою ванну, в которой купаемся этим бытовым озонатором. И можно озонировать холодильник, чтобы в нем не было запаха. И он был чистым. Все продукты прозонируются. Игрушки, собранные в мешок, вот так вот озонируется воздух. Обувь, которая уже требует нашего внимания для дезинфекции. Просто озонируем воздух, продукты питания, все, что я вам рассказала, и, конечно, нашу кожу, когда бывают проблемные участки кожи, они должны быть отработаны различными видами живой мутной воды, вот озонированной водой. Удачи вам и красивых долгих букетов!